на запись https Не смотрели нормальных /www. видосов, да? Только не говори, что там то, что я думаю сейчас, да? Да, блядь. Мне похуй, я панк. Nightmare Outside. Да ёбаный в рот, блядь. Nightmare Outside. Спасибо за на донат. Запись действительно качественный контент. Да, не то, что вся хуйня, которая была раньше. Спасибо. Сайт, спасибо большое за донат. Продолжается шуе-парад реакции. Поехали. Блин, мне надо очко найти. Поехали мы уже давно. Кстати, в котором я сижу. Nightmare Outside. Ты чё, стебёшься, что ли? А может, я не хочу. Смотри, видишь, каждый раз видео длиннее длится, Nightmare Outside больше донатит. Так что он в какой-то момент же придумает, наверное. Наверное. Он должен уже. Он же остановится надо мной, серьезно. Спасибо. Народ, хер, Nightmare Outside. Пиздец. Народ, короче, посмотрим. Он пускает меня. Overforce — это сельский рок-н-ролл. Вот, давайте посмотрим историю. Воин Металла. Обзор на реакцию, да, как я и обещал. Спасибо огромное за 100 рублей сердечко. Воин Металла задонатил с текстом на запись. Этот видос мне кидали, наверное, уже раз. Вообще не полагается, не ускоряется только музыка. 5. Я его уже наизусть помню там. На тот момент всего-то 5 раз было. Раз уж слушаем запись. Кттпс. Давайте хотя бы до этого. Спасибо. Фурье за донат, мое почтение. Переменный шрифт у него довольно слабый. Кончик не погружен. Начнется контент, который мы заслужили, дамы и господа. Наконец-то разбор сделал. Лучше бы дальше. Значит, реакция на реакцию, на реакцию, на реакцию, на реакцию, на реакцию, на реакцию. Хуенный видос. Занимался. Ну, типа, как я обычно реагирую, когда вот прям на отъебись, типа, челы. Мне надо самого, ну, я бы хотел знать, на самого себя пародию сделать, типа. Вместо того, чтобы... О, да! Ну, давайте. Барабанщик, по-моему, вот там, деды. Да, нормально. В общем, такая. Мы поняли. Ну, и типа, короче, а потом еще кто-то... Ну, кстати, да, то есть всего... Смотрите, если, допустим... Ну, пускай будет, что 200 в среднем. Чё с картинкой? Чё она, блядь, какая-то перенасыщенная? Она то белая, блядь, то красная, то... Как пизда опасная. Юль! Можешь какой-нибудь цвет выключить, Юль? Блядь, её нет, что ли, здесь вообще? Ёбаный по голове. Моисей сейчас себе задонатит на замедление под чужим ником, чтобы следующая реакция дольше была и больше на донате наварить. А чё? А чё? Бля, я даже на паузу не поставил, то есть это все в реакцию пойдет. Чужим ником, чтобы было дольше. Сейчас 32 зрителя. Я еще тупее сделал, я забыл на паузу поставить. То есть всего... Блин, да, я не подумал, что я видос продлю сейчас. Бля, это много. 6500 и будет... Я реально не подумал. Больше Моисеев, чем зрители. Клянусь, я случайно. Я иногда вообще сам охуел. Я случайно себя обогатил, возможно. Ну, я надеюсь, что Nightmare Outside все-таки больше не задонатит. Бываю, зачем вы, блядь, меня смотрите? Я же просто... Это же должно надоесть когда-то. Чайно, видимо, кинул. Ну, именно на эту хуйню, в смысле. Что-то у Фархада, что ли, бомбануло жопа. Он говорит, блядь, давайте ему надонатим на... час этого сельского рок-н-ролла, а потом банить будем всех, что это говно. Вас и вам. Ну, я типа не... Привет. Ну, короче, в итоге привет. Это стало... Здорово. Слушайте, а можно привет поинтересоваться, да, как получилось, что я почти в одной и той же футболке каждый раз? Что за хуйня, пацаны? Оверфорсы. Скриньте, скриньте, ребят. Ну, похуй, ладно. Рассылайте в конфы. Вообще, на самом деле, типа, странно, что я тут и тут в одной и той же. Это другая, но тоже того же цвета. Там черная тоже другая, но... Разными подписями кидать Моисею сельский рок-н-ролл. Кто-то подписал «Викон бессмертный металл» и кидает сельский рок-н-ролл. Кто-то типа говорит, вот там по факту Фредову делали. Там. Ну, кстати, да-да, смотришь 6 стримов Моисея одновременно за один раз, по-моему. Не, там... очень... Ну, там уже не видно почти. Продуктивно, действительно. Мне какая-то херня начала вылезать в рекомендациях. Какая-то гавр-гура, какая-то... Какой-то очередной там аниме... еле-еле-еле-еле. По-моему, уже хватит. Рисованный, типа, а-ля арти-хуйня, в общем, вы поняли. Что самое смешное, звук не пропадает. Сельского рок-н-ролла. Барабанчик в очках, да, по-моему? Блин, я сейчас попробую на весь экран развернуть, понять, видно ли. У него там долбанутое соло, по-моему.
Ну да, пока еще малюсенькая кошка, да. Лучше мало. Кстати, мне уже не хватит, по-моему, символов и названий, чтобы было смотрим. Че, это опять видос сделать? Ну понятно. Спасибо большое. Я это слово в рот уже ебал. Спасибо за напоминалку про ветви. Да. Пацаны уделали пэдом. Да, конечно, новая камера лучше старой. Да и с подсветкой симпатичнее. Надо и мне, наверное, проветриться, но потом закрыться. Что-то я там назовись вообще. Ну, мое лицо тут. На, блядь. Вот, проверил. С матом, с хуярным что-то банят, так что я. YouTube банят сам. Да, я смотрел полное интервью тоже раза три. 500 рублей, сколько радости. Весмур, кстати, вообще не в теме сельского рок-н-ролла. Да сука, я сам путаюсь в Моисеях, вот в чем пиздец. Спасибо за... Да мне же некуда порубать приставку. Вот в чем дело. На телеке не... Будущий Моисей, держись и думай о деньгах. Держусь. Не, на первый подарок я тоже стучал. Я никогда не читал комменты, кстати, между прочим. Да, тут до хера комменты. Мое почтение. С палками, палки сам себе стукнули. Тима Овсянников, Оверкилл, Вячеслав Лис, Андрей Стецюк, Николас Фокс, Или Тора, Миллениум, Фуз, Иван Пожилой. Да, всем мое почтение. Подобие Фрактала. Подобие Кала. Ну такое, то есть, вот. Ну, чувак все-таки... Из всего, что можно посмотреть было... на YouTube, посмотрим именно это. Это не на запись был видос. Я знаю, что... Блядь, а зачем же я записываю тогда? Помню, такая штука, типа, да? Сучи, вот. Джойстик с экраном, типа. Да, бля! Я помню, какие-то геймбои, но... я записываю сам, да. Чё, я свой там... Сука, он еще и, получается, экономит на Nightmare Inside. Самая крутая приставка у Леоса была Алекс Найтмэр, по-моему. Причем она была нормальная, рабочая. Она типа, чё, вы у неё не играете, все равно чё, она валяется. Спасибо. Самая крутая приставка у меня была в диктанте по русскому языку. Блин, реально надо сделать, знаете, уже такой видос, типа, ну, или серию видосов, то есть как ворваться в стримы Моисея и понимать все мемы локальные. Потому что я просто иначе не знаю, как это объяснять. Как объяснить, что такое Nightmare Outside, что такое сельский рок-н-ролл. Что вообще, блядь, происходит? Почему я с какими-то долбоебами срусь? Что это за реакции? То есть, надо прям реально сделать, типа, Ultimate Моисей Compilation Penis Dominator Helicopter, что-нибудь такое, что просто люди могли... О, это было прия. Ты напарен? То есть, врываться. Нормальная была шутка, чё-то... Некоторые шутки смешные пару раз. Самый лучший момент, когда ты это делал. Ну, конечно, побарабанил, чувак, бля, и потом... Только сейчас их уже даже и не видно, блядь. Барабанил, тёлочек. Сплил, побищ. Даже он, даже в деревне. Вот, ребята, рок-музыка же. Да какой из Моисеев путается в Моисеях, действительно. Моисея было тяжело. Да, тяжелое детство, без игровых приставок вообще. Бедный я несчастный. Спидран. Ну да, да. Мне Лёха Романовский рассказывал, что у него, например, йогурт был только по праздникам, блядь. Да, и только из-за лупы. Это скорее... Фу! Это скорее гайд, типа. Ну, на день рождения, типа, йогурт покупали. То есть, и как у него плавки спиздили. Да заебал душить, всё. Есть, типа, да, понятно. Ну, я так говорю просто, что у меня... Мы не за этим сюда пришли. Хули, какая разница, блядь. В любом случае, она уже закончилась. Ну, да. К тому, что... Хуй. Заебал, хуй. Спасибо, Найтмэр Аутсайд. Все, теперь это реакция на ускоренную реакцию на ускоренную реакцию. Хуй в жопе. Сейчас я даже уже не посмотрю это. Реакция на реакцию на реакцию на реакцию на реакцию на реакцию на реакцию на реакцию. Интертеймент. Там радио. Если много четверок, это мразь. Блять, я не пойму, какой из чатов сейчас. Значит, запомните. Женщины в чате, какие подводные. Да женщины в чате, это ну не бывает настоящих женщин на моих стримах. Это трапы, вот все подводные. Окей, спасибо за любой случай. Ну, вернее, есть ровно одна, как это называется, approved, типа, подтвержденная, но ее уже нет. Уж, блядь, спасибо. Она, вернее, заходит очень редко. Гитара в сопли. Да уж, блядь, спасибо. Да уж, блядь, спасибо. Такая хуйня. А, ну и Кейт Серум. Реакция на реакцию, да-да-да. На запись мою реакцию на историю рок-н-ролла. Сельского. Пиздец. Привет, Андрей. Контент сомнительного качества. После нового клипа, да. После нового клипа, да, уже, кажется, неплохо вполне. Пиздец. О, ебать, коварный план полез в рекомендациях. Заебись. Я пожелаю Рыготина, вот что я могу
Ну все, реально, название уже не влезет. То есть надо посчитать, сколько там смотрим, и вот как-то так.